В бассейне «Нептун» сегодня проходит первенство городского округа Щелково по плаванию среди младших возрастных групп «Щелковские звездочки». Для ребят это самый первый заплыв в их жизни. В соревнованиях приняло участие более 130 ребят 2011 и 2012 года рождения. И мальчики, и девочки должны были проплыть 50 метров на спине на время. Некоторые из участников, несмотря на еще совсем небольшой опыт, смогли показать высокую скорость. Проплыла первая. А тебе нравится заниматься? Да. А расскажи, почему нравится? Потому что я люблю бассейн, люблю воду. И мне я из-за этого научилась плавать в бассейне. Педагоги рассказывают своим юным подопечным, почему полезно заниматься именно этим видом спорта, тем самым мотивируя их к еще более высоким результатам. Во-первых, это жизненно необходимый навык плавания, да. Вот. Во-вторых, это гармоничный вид спорта. Даже при занятиях другими видами спорта рекомендуется дополнительно заниматься плаванием. В каждой возрастной категории были определены трое победителей, которых наградили грамотами и медалями. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.